и международный аэропорт. Здесь встречают тех, кто прилетает рейсами из-за границы. Вот есть вот этот выход G, а есть там еще один. Но вот наш рейс, он здесь. Вот если так дождаться, когда поменяется табло, там будет, вот, мы дождались, там написано «Истанбул», номер 79, видите? Говорит, да? Шманают, написано справа. In customs. Давайте, друзья, зайдем в эти вращающиеся такие ворота. Ворота, прям хочется сказать. И выйдем на улицу на секундочку. Просто чтобы увидеть жизнь. Вот она, жизнь. Вот он, Сан-Франциско. Вот он, аэропорт. Вот она, Америка, вот она, Калифорния. Все в одном месте. Обратно пошли. А то вдруг сейчас ребята выйдут, а нас нет. Я приехал на полтора часа позже официального прилета этого рейса. То есть он был на 4:30, а я приехал ровно к 6, вот сюда попал. И надеюсь, что вовремя. Вот они, друзья, вот они, зеленые чемоданы Милана. Вы думали, это что вам, им в Жмеринке так упаковали? Нет, друзья, так упаковывают в Милане. Мы идем кофейку попить налево сюда, потому что, знаете что, потому что пробки сейчас на дорогах. А мы попьем кофейку, культурно побеседуем сейчас. Ну что, путешественники, рассказывайте всю правду про себя. Про себя, приехали мы с Украины. Так, откуда? С Кам'янця-Подільського. Кам'янець-Подільський. Да, Хмельницкая область. Так. Вот, ехали мы через Италию, через Милан. Как там итальянки? Наши лучше. Наши лучше, так. Да, нет, у вас такая тоже. А ехали мы через Милан, потому что Надина мама в Италии живет. И что она там делает? Живет, работает. Просто живет себе. Уже 17 лет. Ой, гражданка? Ну, да, да. Почти. Почти. Вот еще остался. До гражданства. Да, да. Так, хорошо. То есть мать итальянка, а ваши родители? А мои родители... Простые Кам'янець-Подільському. Да, 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 можно так сказать. Так что, как там в Кам'янець-Подільському, как? Ничего. Так. Все хорошо. То есть жить можно? Можно. Так. Жить можно, но сложно. Так, Европа близко? Европа от Кам'янця близко. До Италии 1500 километров. До куда? До, вот, до Римини. Но мама живет в Римине. Нет, ну как в Риме, а до границы Украины далеко, до там, европейской? 600 километров. Ну, то есть, не то, чтобы пешком можно до пройти. До одной 600, до второй 300. Так, вот 300 так, это куда? Это до Польши. Все, друзья, мы с кофе теперь все. И давайте-ка про образование расскажите. Я закончил Кам'янця-Подільському, сельскохозяйственный факультет энергетика. И еще один. Ну и еще один облик ЕУД, то есть бухгалтер. Понял. А вы чего? А я по образованию филолог. Это как? Это английский, немецкий, итальянский. Ну, вот, ну реально можете так пообщаться? Как бы по-немецки меньше, но ну, могу. Английский если как вот там, бы точно. Если я приду и принципиально спрошу «Sprechen Sie Deutsch», что вы мне скажете? Я скажу «Я натюрлих», да. Но дальше как бы... Окей. Не, ну понятно, немецкий я учила. Хорошо. А на каких приходилось поговорить? На итальянском приходилось? Конечно. С мамой на каком языке вы здесь? Ну, с мамой на украинском. То есть вы такие украиномовные? Да, да, да. Можете реально. Да, так что мы сразу извиняемся за наш русский язык. Да вы совершенно идеально говорите. Вы что такое? Ну, бывает. Слова некоторые проскакивают. И русско-украинский, и украинско-русский, как-то так. Да, бывает, что-нибудь из итальянского вставить, да, правда? Да, из английского, всякое бывает. Ну что же, хорошо, так вы работали на родине-то? Я работал на фирме 2 года. На фирме? На фирме. В фирме, да. Да, по специальности не работал. Так. Работал на фирме, устанавливали спутниковое телевидение, охранная система, сигнализации, вот такой вот. То есть вы тюнера прошивали, каким-то как бы... таким технишином таким. Да, да, да. Можно. Но так. Денег платят за это или так? Мало платят. Понял. Так, вы что делали?
Ну, я немножечко работала учительницей. Да, с детками? Да, младших классов. Ну, деток любите? Конечно, люблю. Хорошо с детками? Да, да, так. Да, с детками хорошо. А так, в принципе, я после, ну, когда закончила уже 6-й курс, магистратуру, да, в Италии немножечко работала. Так, что делали? И в магазине работала, и такое. Нелегально? Всякие. Да. Окей, то есть у вас, как сказать, шенгенская виза давно в паспорте? Ну да. А год мы с Виталиком ездили как бы... Ну это отдельная, да, история. Отдельная история. Путешествовали? Да, можно так сказать. Я нет, год, как вы часом это, не блогеры какие-нибудь? Нет, нет, нет. А то, знаете, сейчас много. Как пошел путешествовать, сразу блог. Один год у нас такой экстремальный получился. То есть я поехал в Польшу. Хотел попробовать что-то новенькое, да, поработать. Ну и получилось, поработал месяц на фирма, как бы, как сказать, перевозки. Занимается перевозками, понял, то есть понял. Мы грузили фуры. Хорошо. А вот такой вопрос, так, ну, у нас там много молодых людей смотрят. Вот, если сравнить, ну, украинских мы не сравним, а, скажем, польских девчонок с итальянскими. Не подходит. То есть украинки вот только наши. Да, только наши. Все, хорошо. Вот, так что приглашайте всех на Украину там. Да. Ладно. Так, а вот это в кабинет с Подольского. У меня там мама одна в командировке была, я вот помню. Да? В советское время очень давно, поэтому я правда, по-другому произношу, не так, как вы. Вот я говорю кабинет с Подольский. А ну, вы как-то его еще... Ну, в принципе, Кам'янець-Подільський на русском. На русском так і оно звучить. Так. А на українському буде Кам'янець-Подільський. Кам'янець. Кам'янець-Подільський. Кам'янець-Подільський. Подільський. О, окей. Подільський, так. По ділом, значить, так. Хорошо. Так, Подільський, Кам'янець. Да, у нас там крепость. Да вы что? Да, красиво. Маленький город, но так красивый. А так вот, если идешь, например, и там по-русски разговариваешь, там не обидят? Не обидятся, без проблем. А есть такие, что есть по-русски разговаривают? Да, есть. Много есть людей. Сейчас с Донбасса, небось, там? Есть Донбасс? Есть. Приезжают. Ну, уже начали. Из Луганска есть, из Донбасса есть. То есть как люди, бы переселенцы которые... или... Переселенцы. Uh-huh. Переехали. Но они эту украинскую мову разговаривают? Понимают, разговаривают. Могут. Могут, без проблем. Ну что ж, хорошо. Так вы что, грин-карт лотерею выиграли? Да. Он выиграл. Вы выиграли. Ну и с какого захода? С первого. Вот один раз? Я один раз ему заполнила. Так. Это после наших приключений, которые мы вот поездили по Европе. Польша, мы в Швецию. Мы не серьезно заполняли. В Швецию мы ехали. То есть вы решили там дурака валяли? Нет. Нет. Не дурака. Нет, в смысле не серьезно заполняли. Ну, как бы заполняли, но не так, чтобы вот если не выиграем, все пропало. То есть вы не давали никакой такой нагрузки на это? Нет. Окей, да. Но я говорил, когда мы заполняли, я говорил, выиграем 100%. Так и получилось. Все так говорят, не все выигрывают. Да. Так получилось? Так. Выиграли. Ну, может быть, потому что у вас такая красивая супруга. Очаровательная. Вот, поэтому они в Америке, они поняли, что нам таких не хватает. Мы не знаем, как они там выбирают это все. А вы по-английски-то размовляете? Да. Английскую мову? Английский. Так, ну хорошо. Так Надя разговаривает, у меня немножко проблема с английским. Ну, чуть-чуть, как бы, сложновато. Ну, ничего, учу. Пусть у английского с вами будет проблема, а не у вас с ним. Да. Так, хорошо. Мудрено сказал. Значит, так какие у вас творческие планы эмигрантские? Что вы будете делать? В планах у нас учиться. У вас в школе. У обоих, что ли? Ну да, будем пробовать. А как же вы говорите без английского? Ничего. Ну, не совсем. Это... все плохо. Так. А, то есть он... Скромничает. Нет, ну вы скажите, вы же как педагог-то. Ну, надо еще, конечно, немножечко так подтянуть. Но он пойти в магазин что-нибудь сможет купить там? Конечно, сможет. Разберется. Конечно. Не на пальцах. Разберусь, не пропаду. Нет, не пропадет. Окей. В Италии не пропадал. И схватывает, кстати, на лету. Ну ладно. Так откуда вы нас знаете про нашу школу? Это я, ну может, лет еще 6 или 7 назад, да, случайно в Ютубе нашла. Да. Там лазила по разным бьюти-блогерам, да, все разное. И видела ваш блог. Еще школьница, небось, была. Да, да, вы рассказывали об Америке. Вот так вот я подписалась. И когда мы выиграли грин-карту, я...
вспомнила, что есть, да, что есть такой хороший канал, где можно всего интересного, ваша мама полезного. В Италии смотрит наш канал? Смотрит. Правда? Смотрит. Передавала вам привет. Привет, передавала. То есть у нас в Милане есть свои люди. Есть. Жалко, я не знал, вот мы пару лет назад ездили. Да, есть. Но она совсем не в Милане. Ну, в Милане тоже есть свои люди. Так. Она в Риме, она в курортном городе, то есть возле моря. Да, Милан, да. Получается, да, он... Да. Это мы с Римини добирались до Милана, с Милана до Турции, с Турции уже сюда. Сан-Франциско. Ну, еще с Украины сложно. До Римини. Понял, да. понял. Ну что же, хорошо. Значит, вы, так, можно сказать, воспитанники нашего канала. Да, да. А вы, может быть, на русском языке изучали тестирование, у нас есть видео. Мы слушали. Слушали, но... Мама в тестеры не захотела пойти? Не захотела. А что она делает у вас? Она немножечко смотрит за пожилыми людьми, помогает. Да небось, мамка молодая совсем. Ну да. Ну, а что же ей за пожилыми? Она, ну, пусть за молодыми скажите, смотрит. Ну, скажите, пускай не смотрит, мы тоже ей это говорим. Но. О, да, она не слушается. Не слушается она нас. Непослушная мама? Она непослушная. У нас хорошая, но непослушная. Непослушная. Так, может быть, ее там какой-нибудь мужчина не тому учит? У нас есть папа? Так. Да. С ней там? Ну да, да. А что же вы видите, что у вас мама в Италии? У вас и папа в Италии? Ну, мама с папой, да. Ласточка, я уже боялся спросить. Вы говорите, у меня как мама в Италии, а про папу вообще как будто... Ну, это как бы я имела в виду, что мама с папой. Мама с папой. Я просто... Ну да, когда говоришь мама, понимаешь, что оба. Да, да. Да, хорошо, хорошо. Вы не представляете, в каких разных вариантах я это встречаю, вплоть до того, что оба одного пола. И мама, и папа. Это, поэтому я уже так как-то иногда норовлю прямо не спрашивать, чтобы не смущать. Так, хорошо. Все нормально. Но папа ее чему учит-то? Хорошему? Конечно, хорошему. Что папа делает в Италии? Папа в гостинице работает. Так. Ну, нелегко. Но они по-итальянски-то могут оба? Конечно. Окей. Образование, небось, высшего обоих. Ну да. Типичные тестеры? Да. Ладно, давайте мы кофе добьем, да, и давайте. Двинемся в дорогу. Вот, друзья, и наш иммигрантовоз. У нас забрасываются шмотки. И сейчас наступает торжественный момент, интерактивный момент, когда все вы сможете принять участие в мероприятии. Значит, ребята будут нажимать на кнопку на двери иммигрантовоза. А дверь-то закроется? Так. Я думаю, закроется. Вот так, так лучше, да. Значит, давайте вы, как рабочий и колхозница, так вот два пальца возьмите, руками возьмитесь. Стойте. Значит, постойте. Когда ребята нажимают кнопку, в этот момент дверь в прошлую жизнь закрывается, в новую открывается новый путь. И все те люди, которые хотят пожелать новичкам успеха, вот, те люди нажимают в этот момент кнопку «Лайк». Если вы нажали кнопку «Лайк» до этого, вы можете пока предварительно, значит, ее отжать, вот, а потом нажать вот в этот самый момент, значит, когда кнопка нажимается и дверь идет вниз, в этот момент мы ликуем, кричим «Ура!», прыгаем, поем и так далее. Все, значит, раз, два, три! Ура! Все, ликование и нежные чувства. Хорошо. Значит, вперед. Вперед. Вот она гостиница для новых украинцев. $120 ночь. А вы не пытались на, может быть, как это называется там, Airbnb? Мы все пересмотрели. Так. И этот вариант был самый как бы дешевый. Да вы что? Да. Ладно. Еще скидку они как бы дали на номера. Какой-то мы день попали, что вот сегодня номер там за 900, по-моему, $27. За 8 дней. Ночей. Ой. Да. Ну, правда подорожало. Я думаю, подорожало. Сейчас номер был. Мы видео ваши смотрели, что студенты ваши раньше... Ой, да что вы, они там за $50-$60 вселились. Но ну, это, а была другая, это была другая гостиница, но... Да, ее снесли и сейчас там построили жилой комплекс. Вот у нас, ребятки, тут гостиница. Давайте я покажу холл. Тут мило. Мило. Вот. И если... Вот тут лежат просто бесполезные совершенно шары, которые не положено брать с собой, как предмет мебели.
то вот тут, например, лежат совершенно настоящие апельсины и яблоки, которые можно и с собой брать, и скушать, и, в общем, так удобно и приятно. Значит, это кофеек. Я не уверен, что прямо сейчас можно налить. Ну, так вот, в принципе, так вот качаешь, тут лососик, качаешь кофеек, тут к нему кример, такой молокозаменитель, так можно сказать, сливкозаменитель. Тут вот чаек, пожалуйста, тут горячая водичка и, ага, там у них, я думал, где у них завтрак. Завтрак у них вон там, пойдем посмотрим. Так, о, ё-моё, тут бассейн, окей. Ну, не буду открывать дверь, но вот вы видите. Тут вот бассейн, можно пойти искупаться. Другое дело, что там улица шумная рядом, но ничего. Это электрический камин, вот так нажимаешь такую. А, нет, сори. Ну, это не то нажал. Ну, где-то тут должно нажиматься, чтобы камин зажегся. Вот, а это их, пожалуйста, туалет. Так, это на все полы юнисекс. Это вот где у них завтрак с утречка. Вот тут они придут, и здесь у них будут соки, всякие там яичнички, сосисочки. Ну, в общем, все, что положено. И здесь что-то такое компьютерная комнатка, да? Ну-ка. Да, а тут можно сесть у компьютера, посидеть. Не знаю, там, если надо. Wi-Fi спросили у них? Да. Отлично. Ну что, вот они тут проживают. Давайте карточку туда, карточку сюда. Оп, зелененький глазок подмигнул. Это значит, что нам открылось. И открылось нам. Ну что, свет есть? Наверное, надо карточку, нет? Поставить, нет? Да? Просто. Так, просто нет, свет. Ну просто его, просто нет верхнего света особо. Да. А вот у вас есть вот эти лампочки, которые вы можете зажигать. Да, просто здесь не принято зачастую иметь верхний свет. Есть места, где нет верхнего света. Ну, света так. Ну, в общем, короче, вот у вас койка. То есть спать можно. Да. Так. Тут такой уголок, знаете, с двумя зеркалами. Даже знаю, для кого это место. Для кого? Я догадываюсь. Для кого? Зеркало. Так, тут есть свет? Вот тут. Сейчас мы посмотрим. Так. Так. О, есть. Так. Значит, ну что, вот, пожалуйста, вот мы все тут у зеркала. Тут у зеркала, пожалуйста, кофеек. Это кофемашина у вас. Да. Да. Значит, тут у вас мыльце, шампунь, шампунец. Так, тут вот, значит, туалетик с полотенец в избытке. Значит, душ душевный. Так, все. Ну что, мусорник. Вот эта штука, знаете, для чего? Вот это? Да. Это чемодан на ней раскладывать. Угу. Вот, знаю. Все. Вот можете так у кровати поставить там. Или прямо здесь можете. Вешалочки. Утюг, друзья, утюг это не... И микроволновка. Да вы что? Представляете? Ну, она такая микроволновка, небольшая такая. Холодильничек. Слушайте, вы, в общем, неплохо обустроили. Лед туда насыпать можете. Можете насыпать лед. Обычно в гостиницах есть машина, которая лед делает. Да? Да, но я не знаю, это мое предположение. Вот так мне кажется. Да. Телевизор тут какой-никакой. Ну что, жить можно? Давайте вы тогда сгрудьтесь на пятачке. Так. Вы сейчас, это мы с нашими зрителями попрощаемся, а я буду третьим в зеркале вон там. Значит, мы с вами прощаемся со зрителями, а пойдем так, без зрителей уже чемоданчики разгрузим. Хорошо. Все, говорим. До встречи. До встречи.